Итак, приветствую вас, дорогие мои друзья. Как и обещала, я сейчас делаю медитативный ритуал в записи для работы над собой, для оздоровления, для самостройки. Работа с теми, кто запрашивал, была переведена. Теперь у нас только будет медитация для самоисцеления. Для работы над собой полностью по всем чакрам. Как всегда, вдох-выдох. Настраиваемся. Вдох через нос. Выдох через рот. Вдох проводим через живот. Через диафрагму наполняем живот, когда вдох. Выдох через рот. Мы закрываем глазки. И еще для медитации, для самоисцеления, мы, закрыв глаза, сводим их в центр лба, через чакру аджну будем работать, и возьмем язык, поднимем туда к небу, тянем его назад. Не сильно напрягая, и тем не менее мы как бы замыкаем, мы делаем хичаримудру. У нас аркан 14, умеренность, это исцеление. Изменение химических веществ происходит по этому аркану, так как человек такая, скажем, большая лаборатория, в которой происходят разные химические соединения, разрушения и восстановления. Восстанавливать мы будем вот через изменение этих состояний, через чакры, через исцеление, через дерево сефирот. Ангел Барбиэль у нас отвечает за это исцеление на дереве сефирот. Итак, мы не забываем дышать. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. На чем начнем с чакры? Муладхара, нижняя чакра, там, где мы сидим. Поработаем с телом. Если сидите на стуле, скрестите ноги и сядьте на край стула. Вытягивайте позвоночник, голову тяните вверх, ладони вверх. Настраиваемся. Просим Господа войти в наш божественный сосуд. Здесь мы дышим, смотрим через лоб куда-то туда, замыкаем язык, вдыхаем и просим высшие силы: Господь, войди в божественный сосуд. Вы видите свои внутренние органы и направляете к ним энергию. Не забывайте дышать, я буду говорить, вы продолжаете дышать. Направляете энергию к чакре Муладхара, которая отвечает за половые органы, за мочеполовую систему, за безопасность. И там, где у вас проблемы с мочеполовыми системами, с прямой кишкой, направляете туда энергию. И вы видите, как она освещается, ангел Барбиэль, субстанции очищения, там, где горит, там, где больно, поливает мягкой водой. И вы видите, как ваши органы исцеляются, чувствуете это, возобновляется, ваши ткани возобновляются. Проходят химические процессы, которые восстанавливают ваш организм. Вы корректируете свое тело самостоятельно. Вы наполняете здоровье. Ангел Барбиэль, высшие силы, войдите в мой божественный сосуд. Для создания идеального здоровья. Осветите. Осветите. Исцелите. Там, где тьма, там, где темные участки, там болезни. Если вы их увидите, свет их прогоняет. Господь наполняет ваш божественный сосуд.
вы исцеляетесь. Вы видите состояние исцеленных органов и запечатлеваете его. Не забываем дышать. Полечив чакру Муладхара, мы переходим к чакре Сватхистана. Напоминаю, чакру мы чувствуем со стороны позвоночника. Здесь эта чакра тоже отвечает за мочеполовую систему. Здесь гармонизируется связь с половыми партнерами. Здесь гармонизируются привязки, которые у вас еще есть и которые вам нужны пока для гармоничных отношений. И здесь у нас каналы с детьми. Энергия 14-го аркана. Через этот канал, если вы здоровы, наполняет ваших детей. Можно исцелять детей. Убираются всевозможные причины, препятствующие выздоровлению. Господь, води в божественный сосуд, убери все негативные состояния, все изменения, которые были. Приди, исцели, ангел Барбель. Проводи целительные процедуры, мероприятия. Вы видите, как вы наполняете светом ваши половые органы, кишечник. Наполняются светом и исцеляются. Почки наполняются светом, печень наполняется светом, исцеляются. В экзистенциальном состоянии воды, отливки. Если сконцентрироваться на глифах аркана, увидите ангела, который льет из кубка в кубок, этот ангел исцеляет. Негатив уходит вниз, в пол, в землю. Негатив уходит вниз, в пол, в землю. Негатив уходит вниз, в пол, в землю. Сливаются негативные воздействия со всех тел, с физического, с эфирного, с казуального, с кармического, с астрального, будхиального, атманического. Почисти, освободи все тела. Господь Бог, уведи в божественный сосуд и почисти, освободи. Если вы сами здоровы и чувствуете в себе силы, можете помочь своим детям исцелиться, отправляя им энергию любви через канал Сватхистана, через эту чакру. Не забываем дышать. Вдох, выдох. Мы настраиваемся на чакру Манипура. Чакра Манипура – это манипуляция, это солнечное сплетение, канал с родителями. Здесь можно отправить любовь родителям, если у вас плохие отношения, поблагодарить родителей, что не дали вам возможность жить, а дальше вы сами. Возможно, их миссия была такова, чтобы всегда дергать вас, триггерить и пробуждать. Ведь не зря же вы пришли сюда, ко мне, на эту медитацию, на этот ритуал. И здесь мы будем лечить пищеварительную систему. Сердце, легкие тоже затронем. Прости нас, Господи, за то, что мы так относились и так вели себя. Мы поняли Твой божественный замысел. Мы благодарим Тебя. Ты наш божественный отец. Ты лучше знаешь, каких нам дать родителей, как они нас пробудили. Если у вас хорошие отношения с родителями, вы можете лечить своих родителей через чакру Манипура. Но если идет манипуляция между вами, то мы отрубаем, просим отлить, убрать все эти негативные воздействия. Богу лучше знать, как поступить с этим. Води в божественный сосуд. Господь Бог, пусть войдет в божественный сосуд и ангел Барбиэль. На ваши страдающие тела, на ваши внутренние органы. Польет божественным светом, божественной водой и исцелит. Вы видите, как ваши органы, сердце, желудок, легкие наполняются светом, излучают свет. Там, где свет, там всегда Бог. Исцеляются все ваши
физические, ментальные, казуальные, кармические, астральные, адхиальные, атманические тела. Нету больше никакого влияния. Все это извне было притянуто, это все игра, это все иллюзия. Вы продолжаете дышать. Ваше внимание направлено и внутрь в себя, и вы смотрите сквозь аджну, сквозь третий глаз куда-то туда. Чувствуете, видите, ощущаете, как все наполняется. Кто не видит, представляете. Больной орган, вы его просканировали, увидели, что он совершенно чистый, здоровый, излучает свет и радость. И он вам благодарен за то, что вы занимаетесь собой. И он благодарен, что вы поняли урок кармической болезни. Отпускайте ситуацию, прощайте. Я прощаю всех тех, кто меня обидел, я отпускаю. Я больше не страдаю. Так надо было, так угодно Богу. Бог взял и Бог забрал. Отруби негатив от левой бариандры, другую. Господь Бог войдет в божественный сосуд и наполнит чакры манипуры светом. И да исцелятся все внутренние органы, принадлежащие влиянию чакры манипура. Освободи и защити от врагов колдунов и негативных воздействий. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Социальные привязки негативные от вас отпадают, отваливаются через чакру манипуры. Они перестают вас беспокоить. Если Бог посчитает нужным, Он даст вам новых мужей, новых друзей, новую жизнь. Благодарите за то, что вы поняли этот урок. И мы пойдем дальше. Чакра Анахата. Вдох. Чакра Анахата, сердце. Выравнивание сердечно-сосудистой системы и легкого. Вам легко дышать, ваши органы наполняются светом. Вы отдаете любовь. Отпускаете всех тех, кто рядом был от любви. Ангел пробьель, почистим. Господи, войди в божественный сосуд. Отруби все негативные эмоциональные привязки. Защити, ангел Барбиэля, отлей все негативные воздействия. И ваша сердечно-сосудистая система, ваше сердце, ваши легкие наполняются светом. Вы находитесь в любви и в гармонии. Мы создаем гармонию, мы создаем изменения сознания. Мы видим, как наполняются внутренние органы светом, и они этот свет излучают. Там, где Бог, там всегда свет. Там всегда здоровье, и там всегда исцеление. Бог не оставит. Мы просим прощения за то, что мы были неправы. Мы осознаем, что мы были неправы. Не забываем дышать. Мы переходим к чакре Вишудха, это основание горла. Вы получаете представление, как выглядит ваше тело, эстетически внешне и внутренне. Здесь будет проработка обид, здесь будет щитовидка. Гормональная система приходит в норму. Все каналы нормализуются. Господь Бог, войди. Войди в наш божественный сосуд, войди в наш разрушенный болезненный храм, исцели. Исцели, почисти, ангел, Барбиэль, убери. Все негативные воздействия уходят вниз, в пол, в землю, сливаются водой. Вода, унеси негатив туда, где трава не растет, цветы не цветут, вода не течет.
Я прощаю, отпускаю. Я прощаю себя за то, что так было в моей жизни. Я прощаю всех тех, кто мне боль причинил. Я принимаю это. И если Богу было угодно забрать, значит, надо будет куда-то идти, чтобы Бог дал. Вы не зря здесь оказались, и не зря медитируете, и не зря смотрите этот ритуал. И не зря сюда пришли, и не зря сюда попали. Решение ситуации сами приходит к вам через Вишудху. Вы знаете, как сказать, куда лучше обратиться. Если так произошло, что без медикаментозного влияния в вашей жизни, в вашем здоровье никак уже, то Господь Бог приведет вас к тем лекарствам, которые вы должны пить, чтобы исцелиться. Или те лекарства через 14-й аркан, через ангела Бурбель трансформируются и излечат вас. Независимо от того, помогают они кому-то или нет, Господь Бог сделает для вас все, чтобы вам помогло. Иди в наш разрушенный храм, исцели нас. Через Вишудху придет знание, как быть, как жить. Возможно, вам Господь Бог просто скажет, просто медитируй и проси очищения, и проси исцеления. Ваше горло наполняется светом, оно сияет, шея, позвоночник, кости, кровеносную систему, сосуды. Мы переходим к чакре Аджна. Здесь мы активизируем видение, видим органы, образы. Через чакру Аджна мы можем заниматься исцелением дорогих нам людей, потому что через эту чакру мы увидим ясновидение, увидим заболевание. Все старые мыслеформы, они разрушаются. Высшие силы, Господь Бог, води мой разрушенный храм, исцели меня. Исцели, про себя имя свое говорите, ангел Бурбель, почисти, освободи. Мы не забываем дышать. Мы переходим к чакре Сахасрары. Мы здесь получаем информацию. Именно через эту чакру в наш разрушенный храм попадает божественная сила. Мы ее открываем, она начинает светиться, и все наше тело наполняется здоровьем. Внутренние органы, руки, ноги, сердце, кровеносная система, кости, мозг, голова проясняется, становится светлыми. Мысли становятся светлыми, происходит дегипнотизация нашего сознания. У каждого свое счастье. Возможно, сейчас вы просто ищете не то счастье, а найдете на ритуале, на медитации себя. Возможно, все остальное было навязано системами, блоками, чужими представлениями, чужими мышлениями, чужими принципами. Вас вовлекли в это, и вы с этим согласились. Здесь снимаются все эти блоки, снимаются все эти причины и все эти привязки. Они растождествляются с вами. Они не вам принадлежат, и они больше на вас не действуют. Навязанные мыслеформы уходят. Господь Бог, води в наши разрушенные храмы, исцели, исцели чакру Сахасрара, чакру Аджна. Почисти негативные эмоции, воздействия, мысли убери плохие. Происходит оздоровление головы и сознания. Излечивается дух и тело. Расцветает ваша душа.
Не забываем дышать. Вдох. Выдох. Вы сами вправе менять свою матрицу судьбы и свои кармические воздействия. Только Господь Бог может изменить вашу карму. Мы просто можем попросить: Господь Бог, измени, облегчи мою карму. Я все понял, я осознала. Прости, отпусти, исцели, почисти. Ангел Бурбей не отлей. Все негативные воздействия уходят вниз, в пол, в землю. Вниз, в пол, в землю. Вниз, в пол, в землю. Мое сознание чистое. Я иду за тобой. Укажи мне путь. Через чакру Аджны или через чакру Сахасрара. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И медленно открываете глазки. Вы медленно открываете глазки, выходите из состояния медитации, выдыхаете окончательно, отдыхаете, выдыхаете. Медитацию для самоисцеления, для работы над собой желательно повторять утром, вечером. За махамантры обращаться тогда лично ко мне. Записи на ритуалы я ссылку прикреплю. Обязательно лайки, подписки приветствуются. Жду вас на личных ритуалах или на коллективных ритуалах. Не забудьте поставить колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео или следующие трансляции. Желаю счастья, любви всем живым существам.